зло, добро, интернет. Обзор социальных сетей. Всем привет! В «Зайце» утка, в утке спутниковое яйцо, в яйце Шансон ТВ. На Шансон ТВ программа «Обзор социальных сетей». В ней я, Сережа Георгиевич, буду делать обзор социальных сетей одного из участников программы «О чем поет страна». Погнали! Все народные таланты из программы «О чем поет страна» меня, если честно, приятно удивляют. Но следующий наш герой, ну, просто поразил меня. А чем именно, расскажу после его песни. Михаил Михайлов. Ты самая красивая из всех, кого я знал. Ты самая красивая, я о такой мечтал. Михаил Михайлов поразил меня количеством социальных сетей, в которых есть его страница. 15 социальных сетей, друзья. 15! Это как 3 раза по 5. Нет, ну 15. Перечисляем. ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, YouTube. Ну, это все понятно. Дальше. Мой мир на Mail.ru, мой круг на Яндексе, социальные сети агентства «Праздник», мой фан-клуб, Рутуб, Москва FM, realmusic.ru, профессионалы.ру, мир тесен, фотострана. Короче, глаза у меня разбежались, и поэтому начну с сайта. Ну, сайт неплохой. Дизайн очень хромает, зато функционал на высоте. Вот посмотрите. Тут вам и новости, и фотки, и видео, и, блин, да все на свете. Есть даже пресс-релиз отдельной графой. Давайте глянем. Михаил Михайлов – певец, композитор, поэт, ведущий телерадио-шоу-программ. О, смотрите-ка, Михаил Михайлов – мистер Шлягер России. Обалдеть, очень красиво, очень замечательно. У меня ладошки сильные. Смотрим на страничку ВКонтакте. 10 тысяч друзей. Вот это да! И 1500 подписчиков. Крутяк. Вот что значит быть мистером Шлягером. И ведь надо бы каждого из 10 тысяч с днем рождения поздравить. А то, ну как так, друзья все ж ВКонтакте. Страница Михаила Михайлова ведется хорошо. Много лайков. Поклонники комментируют, репостят и прочее. Сам Михаил крайне мил. Чего только стоит вот эта запись. Вечерний променад по старому Арбату. Москва красива и днем, и ночью. Всем приятных снов, ваш Миша. 10 июля 2016. Хэштег Михайлов, хэштег Арбат, хэштег старый Арбат, хэштег Москва, хэштег вечер, хэштег променад, хэштег красота, хэштег освещение, хэштег иллюминация, хэштег артисты на юбилей, хэштег музыканты, хэштег прогулка, хэштег на Арбате, хэштег сегодня, хэштег вечером, хэштег отдых, хэштег мужчины, хэштег в Москве, хэштег Москваграм, хэштег фото. Фу, сколько хэштегов! Сечет фишку, как надо правильно делать в соцсетях. Если кто хочет быть таким же, как Михаил Михайлов, ставьте больше хэштегов и пойте такие же незабываемые песни. Замечательно. Просто видно, отдача его полная. За ВКонтакте, кстати, ставлю 5. А я молодой, и долго грустить не умею. Не вышло с тобой, не вышло с тобой, ни капли о том не жалею. Инстаграм Михаила Михайлова очень интересный. Я листал, листал, залип и долистал до самого-самого конца. Вот самая первая фотка в его инстаграме.
Такое чувство, что у него есть фотографии со всеми. Леонид Якубович, Елена Ваенга, Анфиса Чехова, Иосиф Кобзон, Валдис Пельш, Филипп Киркоров, Мирей Матье, Любовь Успенская, Чак Норрис. Не хотите? Ой, ну за Инстаграм просто не пятерка, а шестерка. Такой у вас там звездный набор. Я все ждал, искал фотку с однофамильцем и, наконец, нашел. Вот они, Стас и Михаил Михайловы. Звучит, как будто семейная пара. Милая моя, дорогая, нежная, я люблю тебя, жаркую и снежную. У меня было ощущение, что вот-вот я найду где-то там фотку со мной. Но, увы и ах, в «Одноклассниках» все так же прекрасно. Не к чему придраться даже. Ну что ж такое-то? Ну все мерцает, сияет, все замечательно. Подписчиков много, посты выходят часто, классы ставятся. Эх, ладно, 5 с плюсом за «Одноклассники». Ну там же принято 5 с плюсом ставить. Михаил Михайлов, вы реально крутой чувак. За одну только фотку с Чаком Норрисом я уже респектую от души к душе, душевно в душу. Будьте счастливы, друзья, и живите много лет. Друзья, если вы тоже хотите стать частью нашей офигительной программы, заходите на сайт шансон.тв, жмите на вкладку «О чем поет страна», заполняйте все обязательные и необязательные поля формы, читайте соглашение и загружайте видео. Помните, искусство принадлежит народу. Это была программа «Обзор социальных сетей». Михаил Михайлов, спасибо за творчество. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока. Обзор социальных сетей.